Александр Григорьевич, в России тоже традиционно широко отмечают День Победы. На Красной площади в Москве сегодня тоже прошел парад. И вот накануне этого парада в прессе появились статьи и такие разговоры, что вспомнили давнюю традицию, мол, на этот парад принято приглашать глав государств и правительств зарубежных стран. И отметили журналисты, что, мол, в этом году совсем никто не приехал, и даже Беларусь, ближайший союзник, тоже не представлена. Наверное, стоит отметить, что эти разговоры не новы, и тем не менее, вот как вы относитесь к такого рода разговорам, замечаниям и предположениям? Что касается «никто не приехал», вы знаете, вот я не могу сказать, что никто не приехал. Если бы россияне или руководство России кого-то пригласили, а они отказались, ну, это бы не приехал. Но что касается нас, ну, во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву. Во-вторых, даже если бы пригласили, тут бы сложно было бы нам как-то развести эти мероприятия. Но я не могу пропустить подобные мероприятия. Если бы я не появился на этом мероприятии, у вас бы было ко мне масса вопросов. Даже у вас, людей, сведущих в проблемах политики и прочего. Ну а что люди бы сказали, белорусы? То есть 9 мая – это праздник всех. И прежде всего белорусов. Поэтому на этой святой земле, наверное, мы должны чаще собираться все. Представители бывших советских республик и даже главы государств, чтобы поклониться этой святой земле.